находимся на первом Лыковском проезде. Район Строгино. И эта территория надежно спрятана за лесом, за деревней Троиц-Лыково, которая у нас туда вот чуть сзади. Этот проезд продолжится как улица Первая Лыковская. А слева территория МЧС, которые построили здесь, ну, строят в данный момент тренировочную базу Каланча. Еще где-то под нами проходит проспект маршала Жукова, который здесь спрятан под землю в этом месте. И выходит, ну, заходит под землю в районе Крылатской и выходит уже возле Московской кольцевой автомобильной дороги, вскоре продолжаясь как Новорижское шоссе. На карте эта дорога обозначена как ведущая в никуда. Но что на местности, мы увидим. Так, здесь машина едет. Асфальтоукаточная еще. Ну, мало что напоминает о том, что это городская черта. И не какой-нибудь новой Москвы в районе Троицка. А Москвы вполне себе старой, то есть в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги. Здесь еще поселки различные, помимо этой базы. Это непонятно, что находится за забором, вроде дом. Ну, база, она активно строится туда, там вот, ближе к Троице-Лыково. Мы сейчас двигаемся в направлении района Крылатская. Да, больше похоже на самом деле на обзор лесных троп, чем на обзор улиц Москвы. Но такая улица у нас в Москве тоже есть. И сейчас по ней идем. Причем это вот первый Лыковский проезд, а есть просто Лыковский проезд, который проходит между улицей Одинцовская в деревне Троице-Лыково и улицей маршала Прошлякова. То есть Лыковский проезд и первый Лыковский — это несколько разные улицы. Туда можно, если туда прямо,
попадаешь на МКАД. А туда вот в сторону района Крылатская, Крылатская и одноименная улица. Шлагбаум даже подниматься умеет, смотри. Заборчик становится попроще уже. Здесь вот и попроще становится дорога. Но все равно освещение есть, присутствует. Все, пойдем.